Привет, привет, дорогие друзья! Я решила не оттягивать нашу новую серию по YouTubers Life и решила сразу же новую записать. Я надеюсь, что вам интересно посмотреть, как же будут дальше эти дела у нашего канала. И не забывайте ставить лайк, если хотите поскорее новую серию. Ну а пока что я вам предлагаю сесть поудобнее, взять чашечку чая, кофе, а может быть чего-нибудь прохладительного, потому что улица у нас просто сходит с ума, у нас жара адская, стоит лет, видимо, будет жаркое. И предлагаю приступать, посмотреть, что у нас тут будет с вами. Так, давайте-ка, у нас с вами пришла игрушка, и нам нужно с вами по ней что-то, насколько я помню, записать. Давайте перекусим, вот у нас новое задание до 27 сентября. Значит, нам нужно геймплей по игрушке Rockin' Limbo. Хорошо, попробуем сейчас записать. Так, скушаем у нас хот-дог. Питательный и вкусный. Ложись спать и потом выбрать игру. Подожди, ты же спать легла. Что сейчас выбирать будешь? Так, Rockin' Limbo. Подождите-ка. Что нам нужно еще раз? Rockin' Limbo геймплей. Так, Rockin' Limbo геймплей. Rockin' Limbo геймплей. Хорошо. Сейчас она у нас выспится, у нас доступно. Что это у нас тут? Так, 5 лямов мы с вами точно. Мы у нас уже такие популярные. Так, 7,5 и сколько? 500к? Вы что, с ума сошли, 500к? Так, видео тра-та-та, односторонние. Так, это как раз то, что мы с вами и записывали на этих же параметрах. Ну хорошо, продолжить. Геймплей. Нам заплатят, по-моему, $270. Кстати, у нас уже месяц заканчивается, друзья. Чтобы нас с вами на улицу не выгнали. Так, приветствие с олицетворением чего-то там. Введение в игру. Ну, давайте не смешной комментарий. Потому что у нас сейчас и так не очень много запасов наших лампочек. Так, нормальная игра. Ну, хорошо, счастливое выражение. Чем вас не устраивает счастливое выражение? Не могу счастливым выражением игру записывать. Так, главное меню. Ну, давайте смешной комментарий пусть будет. Вы открыли достижение. Крик победы, наверное. Ну, хоть что-то. Чем ничего. Так, итог игры. Серьезный комментарий. Не хочу, честно вам скажу, не хочу с авторскими правами связываться. Так, вы нашли пасхальное яйцо. Ну, смешная критика пусть будет. Типа, где это яйцо находилось у нас? Время до начала игры. Злой комментарий. Ну давайте уже, ладно. Няшка-кот пусть будет. Вы собираетесь приостановить камеру? 24 сентября, друзья. У нас не так уж много времени осталось. Так, давай, родная. Быстрее. Я тебя умоляю. Быстрее давай. Так, хоп, хоп. Это пойдет у нас сюда. Значит, давайте финал сразу сюда выставим. У нас есть верхний вариант. А-ха-ха-ха. Но у нас он не особо нам подходит, правильно? Сверху. Няшку кота я вообще использовать не хочу. Так. А-ха-ха. Нам нужно как-то вот так сделать, правильно? А-ха-ха-ха. Ладно. Будет у нас один такой немножко фейловый. Тем более, все равно игрушка не особо людям интересна. Так возьмем, да? И чего у нас еще маловато? Давайте возьмем. Музыка на заднем фоне. Так, все, готово. Поехала. Понятное дело, что игровой интерес не очень такой уж будет. Так, ребятки, надо успеть. Надо успеть. Надо успеть нам все это сделать. Опубликуем. Так, продвигаем. Сколько? Минус 300... Сколько? $90 на продвижение. Я думаю, что мы не будем пока тратить $90. Оно нам... 312 человек отписалось. Creepy Fencing Inspector. Ну, я не буду говорить про логику. Так, на 2 часа $10. Нам маловато будет 2 часа $10. Давайте пойдем поспим. 315 человек отписалось из-за игрушки. Ну, логично. То есть ты пытаешься что-то показать кому-то, интересное что-то. Ага, отличная работа, спасибо, мы с вами еще свяжемся. Фух, ребят. Заработали мы с вами еще денежку и еще денежку. Мы с вами новые предметы открыли. Так, и смотрите, у нас еще есть таланты наши. Мы можем с вами быстрый просмотр, делиться трюком. А что здесь? Заполучите подписчиков своих друзей с помощью гостевого появления в их видео.
Давайте так. Кстати, хороший вариант. Это мы, кстати, записали. Я девочка-скаут, продаю печенье. Хорошо, ладно. Зато у нас еда теперь на максимуме. Давайте пригласим нашу, может, эту Алондру. Надо бы как-то с ней восстановить отношения. Приди-ка, пожалуйста, ко мне в голову. 1100... Я встречу вас там. Знаете, вообще, конечно, хороший вариант бы с ней... вот кооперироваться. О, подписки пошли. Это уже хорошо. Рекламируйте видео. 685. Ну, давайте продвигать будем. У нас нет с вами варианта. Так, давайте еще пообщаемся с ней. Нам надо с ней подружиться. Может, она с нами будет реально записывать? Надо, правда, еще где-то денежку взять. О, этот ролик нам, кстати, подписчиков принес. Я предлагаю с ней сейчас ролик записать. Здравствуйте, Алондра. Это так удачно висит у нас эта штука. Так, ну, не особо интересно. Давайте вот либо караоке можно записать, либо... Может, вот это давайте кооперативчик? Все счастливы? Так, ну что, значит так. Я вот думаю, может, давайте-ка веб-камеру... Давайте стандартное разрешение. Так, микрофон есть, двусторонний. Окей, поехали. Кстати, а мы новый ПК... А мы же купили с вами, у нас уже новый ПК. Это есть прекрасно. Так, вы начали запись. Приветствие с олицетворением, большой привет. Большой привет. Загрузка экрана с советами. Смешной. Мне кажется, смешной комментарий. Почему не подходит смешной комментарий? Так, игра зависла. А, смотрите. Это вариант, да? А, слушайте, тут иногда знак вопроса. А, иногда, наверное, важно, иногда не важно. Время до начала игры. Ну, давайте серьезный комментарий. А, смотрите. Видимо, я это в прошлой серии не замечала. Крик победы, вы преодолели тяжелый челлендж. Вот оно что, внутриигровое видео. Няшка кот, саркастический давайте пусть будет. Так, теперь вы открыли достижение. Ну, счастливое выражение чувств. Вот оно что, друзья, вот видите, мы потихоньку с вами разбираемся. Итог игры. Ну, злой комментарий пусть будет. Я обижена, что у нас игра закончена. Я не люблю, когда игра заканчивается. Так, постпродакшн. Сейчас займемся нашим постпродакшеном. О, улица, друзья. Можно посмотреть, что у нас там на улице. Так, давайте сейчас будем разбираться. Значит, финал. Вот у нас финал. Значит, первый вариант. Можно сделать вот так, смотрите-ка. Снизу. Смотрите, вот у нас может быть даже очень симпатично получится. Смотрите-ка. Ага, и больше мы добавлять куски не можем. Смотрите, прям идеально легло. Добавим обложку. Я очень надеюсь, что людям это понравится. Смотрим, чего у нас. Постпродакшн. Плавное движение. Давайте... Тихо. Куда-то делось плавное движение. Больше у нас не... А, мягкий фокус есть, как вариант. Теперь можем что-нибудь зелененькое. Регулировка контрастности. И можем еще добавить... Так, чего бы нам там добавить? Давайте музыку на заднем фоне. О, нам еще денежки пришли. Ху-ху-ху, смотрите, мы, видимо, хороший кооператив с вами записали. Так. Вот хорошо, когда, знаете, потихоньку разбираешься в игрушке. Я надеюсь, что кому-то будет это полезно. Хоть слух, что вы делаете видео только ради денег. Я думаю, лучше игнорировать такие вещи. Я думаю, что тот, кто пускает этот слух, немножко странный человек. Отрицать. Ну, конечно, отрицать. Так, 355 тысяч у нас, друзья. Вставить известный отрывок из телепрограммы. Чё-то мне не нравится, что у нас с вами только есть варианты вставить вот эти всякие сняшками-котами. Чё у нас, кстати, с нашей компанией? Мы до сих пор не можем ни к кому присоединиться. Чёлька. Общий 5К. Отсчёт по каналу. 355 тысяч. Предупреждений у нас нет. Давайте проверять все. Ранг. А у нас какой ранг? Непонятно, какой у нас там ранг. Так, жалко. Я бы хотела кого-нибудь... Сейчас к кому-нибудь присоединиться, допустим. Так, ну, ролик пусть пока заливается.
ролик уже почти залился. Ну, давай. Мне даже интересно, что у нас получится, потому что теоретически видео было идеально. Ну, понятное дело, без дизлайка мы не обойдемся. Значит, люди не могут. Сломал ваш аккаунт в социальной сети, хотите его восстановить, заплатите $30. Еще чего? Вам нужно... А, я думала, этот роллинг будет какой-нибудь. 30, ого. Ничего себе, друзья. Так, а почему мы, кстати, не можем пользоваться хэштегами, ссылками? Давайте заплатим, пусть нам продвигают ролик. Честно говоря, я... А ну-ка, что можем взять? Просмотреть наши лайки и дизлайки. Все-таки интересно, почему у нас не получается. Ребятки, напишите в комментариях, как поменять. Потому что я понимаю, сейчас наверняка кто-то напишет. Я это знала давным-давно, как-то не знала. Честно говоря, не на этом самом, ни в интернете, ни в гугле я что-то не нашла. Как менять вот эти компании CPM. Приблизительный доход за каждую 1000 просмотров. $1. Было бы просто неплохо поменять хотя бы... Ну вот 1,8, 1,7. Наверное, нам чего-то ежемесячно... Может, это наши цели? То есть у нас должно быть 40 тысяч просмотров. У нас и так есть. У нас, наверное, нет по 1000. Я не знаю. Вроде тоже есть. Слушайте, странности какие. Хм. Жалко. Ну ладно. Не хотите, не надо. Так, устраиваем вечеринку сегодня ночью. Хочешь с нами повеселиться? Ну хорошо. Она нас приглашает. Что у нас за новый заказ? Так, на дискотеку. Тут не особо важно, как мы одеваемся, да? Видимо. Давайте оденем красненькую. Может, что-то из обуви новое? У нас ничего нового нет. Давайте кроссовки оденем. Мне эти брюки просто нравятся. Хотя можно, знаете, юбочку одеть. Оранжевую. Слушайте, я не помню, чтобы у нас была оранжевая юбка. И у нас уже за октябрь денежки ушли. Оранжевая. Может, что-то у нас с футболок? Ну, давайте оранжевую футболку. Ну, иди на мероприятие. Видишь, у нас такая полуспортивная мадам. Нанять сотрудника. Где же нам взять деньги, чтобы нанять этого? А может, доставайте сейчас с кем-то попробуем познакомиться, что ли? Кого-нибудь нам надо средненько. Вот ты, товарищ. Пообщаешься с нами? Интересно, а посмотреть чужие профили без знакомства мы не можем, да? Ну, она 1100, я не буду ей платить 1100. 800. Вот так, 80. Мне бы кого-то такого средненького. Угу. Так, ну хорошо, давайте с ним еще пообщаемся. Пусть она с ним тусит, а мы пока посмотрим показатели других персонажей. Так, ты вот мне что скажешь? Угу. Закрыт твой профиль. Так. Мы можем называть друг друга знакомыми. Тоже 83. Видимо, мы с ними всеми еще не знакомы. Ага, с этим можем, понятно, то чувство когда. Так, ну у всех, как вы видите, 83. Хорошо. Хорошо, значит, то есть не очень хорошо. Давайте еще потанцуем, может, с ним. Что там с твоим про... Блин, у него все равно ноль. Ну, фуфловый. А, давайте-ка вот здесь посмотрим. Так, кого мы знаем? 1120. 950. Можем, конечно, тут Адалин. 900. 1200. 83. 1200. 1000. 1000. Опять 1000. 1100. 1000. 1200. 83. Ну вот, знаете, вот там мадам. 956, вот еще есть. Обри. Кстати, а ведь неплохая это Обри. Так. Ты нам что скажешь? Так. 80 и 80. Смотрите, вот это Обри, по-моему. Давайте ее сравним. Так. Обри. Рейтинг 41 и 956. И там еще одна мадам была. По-моему, это была... Ариана, что ли? Нет, не Ариана. Амира. Нет, не Амира, подождите. Вот. Или это та же самая? По-моему, я уже начинаю в них путаться. А, это одна и та же. В общем, в принципе, у нас с ней нет отношений никаких, но мне кажется, надо с ней как-то подружиться сейчас. Как она там выглядит? С какой-то странной косичкой, насколько я увидела. Давайте искать девочек со... Со странными косичками. Девочки со странными косичками, вы тут есть?
Габриэла, Джоли, Кэш, Чейз. Нет, вы мне все не подходите. А у меня, получается, наверное, ее и номера нет. Абигейл какая-то. Нет. Не подходит она нам. Давайте что с ним потанцуем, все равно делать нечего. Но он нам тоже не подходит, правильно? Угу. Так, Алдо. Алондра наша, Алоха. Кристал. Нет, надо как-то сейчас будет выйти, действительно. Пойти на какие-то другие, может, тусовки. А ты кто такая? Давайте с ней пообщаемся. Так, устраиваешься на временную работу, я за тебя рада. Ты мне про свой профиль не хочешь сказать? Вы можете нанимать очень мало. Ну хорошо, давайте с тобой потрепимся. Постараемся наладить отношения. Я решила эту Обри попробовать к нам домой пригласить, потому что, честно говоря, там на вечеринке делать особо нечего было. Давайте с ней пообщаемся. Пообщаемся, поговорим. Я так понимаю, что мы еще не являемся такими уж прям друзьями. Так. Я бы с ней что-нибудь попыталась записать. Еще пообщаемся, пообщаемся. $792. В принципе, я бы ее наняла. Можно попробовать. Но я так понимаю, что у нас с отношениями еще не айс. Ну, что ты мне скажешь? Вы сможете нормально пообщаться? Ну, пусть ребятки, они пока пообщаются, и мы с вами посмотрим, что из этого вообще будет получаться. Мы с этой Обри стали друзьями, и я решила, что надо попробовать с ней записать какой-нибудь ролик. Так, что у нас тут? Надо все настроить. Подожди, эту сторону... А, у нас уже типа все выставлено, да? Ну, хорошо, продолжить. С Обри запишем. Ты же Обри, да? Или я тебя неправильно называю? Родная моя. Кстати, надо бы нам еще и обучением своим заняться. А то мы как-то не учимся особо. Повысить наши навыки нужно. Так, большой привет всем. Отлично. Внутриигровое видео, друзья. Смешной комментарий пусть будет. Отлично. Так, вы нашли секретный элемент. Крик победы. Ну, теоретически это было логично. Время до начала игры. Побомбить, что ли, да? Серьезный комментарий. Пусть будет серьезный комментарий. Так, 50 врагов против вас. Совет. А почему мы не можем дать совет, допустим, как пройти эти 50 врагов? Ладно. Интерактивный загрузочный экран, друзья. Так. Давайте саркастический комментарий пусть будет. Чудесненько. Так, вы преодолели легкий челлендж. Смешная критика, конструктивное, счастливое выражение лица. Ну, я была бы счастлива, если бы я его преодолела. Загрузка экрана с советами. Так. Няшка-кот, не смешной комментарий. Давайте коммент не в тему. Ну, вроде не такая уж большая ошибка у нас. У нас нет варианта подходящего, как вы видите. Смешная критика тогда пусть будет. Я знаю, что не подходит. И сейчас... Да. Прощание у нас тоже не айс вышло. Хотел пригласить тебя в кино. Не, прости, родная. В кино мы с тобой не пойдем, мы с тобой сейчас работаем. Так, сейчас нам нужно все пораставлять. Тут вроде все шло хорошо. Тихо, не путаемся, пожалуйста. Ага, да я понимаю, что мы теряем подписчиков. А у нас есть вот, смотрите, такой вариант. Мы его можем соединить с таким вариантом. Этот вариант мы можем убрать. Этот вариант мне тоже не особо нравится. Так, нижних у нас, смотрите, получается... А, можно так? И можно... Верхний у нас такой, да, только... Вообще, в идеале вот так, наверное, надо сделать, да? Блин, чуть-чуть бы подошло. Так, а если мы вот так сделаем... Не? Так. Как бы нам с вами это все так вот по красоте сделать-то? Верхних у нас больше нет. А если нам с вами... Нет, у нас все равно, видите, вот это два и эти два. Ну ладно, будет не самый красивый ролик. Монтаж будет немножко кривоват. Ну,
что уж поделаешь. Так, нам сейчас надо посмотреть, что нам. Регулировка контрастности. Давайте-ка у нас тут 9. Оранжевый и коричневый добавить. А, вот смотрите, мы можем вот этот... Этот? А, мы не можем все равно больше ничего добавлять. Жалко. Ну тогда давайте уже максимум... Подождите, а в чем проблема? Почему ничего не можно добавить? А ну-ка, давайте еще раз. Значит, нам нужно зеленый, коричневый. Значит, сначала добавляем зеленый. Мягкий фокус. Еще зеленый. И все, да? Странно. Ну, смотрите, зато вроде интересный ролик получился. Какие-то, знаете, уже Игры престолов тут. Драконы и так далее. Так. Новый уровень. О! Опубликуем ролик. Давайте посмотрим, что у нас за предложение. $570! А ты мне, Хал, мы наблюдаем за вашим видео. Хал ПК. Ну хорошо, сколько у нас есть времени? Так, друзья, смотрим. До 14 октября. Ой, нехорошо, друзья. Значит, нам нужно поесть срочно. Нам нужно сейчас все бросить. Так, уж салат. Быстро поспит. Потому что $570, как вы понимаете, на дороге не валяются. Поспи, пожалуйста, родная, быстрее. Так, еще раз внимательно смотрим. Кооператив. Кооператив. Шотган Делюкс. Биг Шотган Делюкс. Так, давайте сейчас запишем быстро. Биг Шотган Делюкс. Отлично. Так, ну, все, хватит спать. Быстрее записывать. Нам дали задание. Так, все здесь есть, да? Все нормально. Записываем, друзья. Только не говори, что у нас компьютер искрится. Чинить. Пусть придет кто-то починит. Не поможешь мне создать видео? Я заплачу тебе. Ох, друзья. Что-то мы с вами разрываемся. Класс, у нас тут этот самый влез в кадр. Так, возьмем вот этот вариант. Нам надо хороший сейчас ролик запилить, друзья. Постараемся 2 в 1, чтобы у нас было. Так, крик победы, счастливая. Давайте такой вариант. Сначала будем по чуть-чуть использовать. Так, здесь у нас итог игры. Ну, пусть будет смешной комментарий. Так, 4 дня, друзья. 4 дня. Вы нашли пасхальное яйцо. Совет дадим. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Давайте такой вариант. Отлично. Так, вы повысили свой уровень. Крик победы. Отлично. Загрузка экрана с советами. Комнат не в тему пусть будет. Хотя, вроде прокатил. Так, смешная критика. И у нас, ребятки, последний вариант. Так, сюжетный поворот. Есть, все. Обработка. Чуть-чуть осталось. Давай, родная, пожалуйста, успей. Успей. Давайте будем, ребятки, пальчики скрестите. На счастье. У нас нет варианта верхнего? Нет. Хорошо, пойдем так. Я предлагаю сразу самый нижний разместить. Так, у нас есть вот такой, смотрите, вариант. Так, чтобы можем вот так сделать, смотрите-ка. Можем... О, вот так. Слушайте, по-моему, отлично. Значит, давайте добавим обложку. Мягкий фокус. Блин, быстрее. Плавное движение. И я предлагаю регулировку контрастности. А, мы можем еще с вами добавить. Ну, давайте вот так. Все. Вау. Неплохо. Однако-таки неплохо. Мы с вами записали. Надеюсь, успеем за 4 дня залить. Представляете, был бы такой, такая у нас скорость интернета, что мы 4 дня заливали. Продвигать. Можем продвинуть. Будем продвигать наши ролики. Так, а в чем мы должны записывать? Помощь-то оказывать. Быстрее, быстрее. У нас подписчики растут потихонечку, просмотры растут. Мы кому-то там с чем-то... Огромное тебе спасибо. И у тебя появилось 23 284 подписчика? $475? Слушайте, ребятки, так нам тут... мы с вами денег заработаем. Мы богатые. Мы с вами богатые. 400 тысяч, друзья! У нас 400 тысяч. Я согласна с тобой пообщаться сейчас, Обри. Я надеюсь, я правильно тебя прочитала. Слушайте. По-моему, у нас варианта помощи раньше вообще не было. У нас новый левел. 20-й левел. 400...
Куда это мы полетели-то? Разговаривать, давайте еще поговорим. Мы сейчас должны теоретически хорошими так. Друг, отлично. $1800. Взаимодействовать на видео. Работать. Ну, я не знаю, тут понятие сейчас с работой. Нам не хочет... нам не хотят предложить какую-то новую партнерку, да? И у нас никаких там страйков нет. Ой, пардон, я что-то на паузу мне кинула. Без проблем, лучшее видео. 519 тысяч просмотров. 61к. Ничего себе, друзья. Так, а может давайте еще нашего товарища к нам пригласим? Пока, поешь, пожалуйста. Слушайте, я ж прям разнервничалась как-то. Но мы с вами отлично движемся вперед. Так, наверху, я помню, мы с вами ходили, ничего интересного не было. Давайте пригласим... кого мы еще? Давайте опять этого Захария пригласим. Я бы ему заплатила уже. Вот эти 1000 с чем-то, я встречу вас. Хорошо. То есть у нас сейчас несколько человек, да, дома? Давайте поговорим с ним. Уличный продавец, игр нет. Спасибо, не надо мне игры от уличного продавца. А какие у нас вообще отношения с этим Захарием? Где ты у нас тут находишься? Так, уровень. О, смотрите, мы можем его нанять. Так давайте его наймем. Мы наняли, да? У меня был один работник, и моей первой обязанностью как босса было научить его всем ступеням создания видео для канала. С его помощью мой канал стал становиться... Ну, короче, стал более популярным. Теперь мы выберите работника и попросите его сделать видео. Выберите игру и тип, который вы хотите. Хорошо. Ну, хорошо. Подождите, а как выберите работника? Ну, и что с тобой делать? Создать видео давайте. Так, выберите игру. Так, я уже, знаете, вот когда у нас что-то новое начинается. Выберите игру и тип. Ну, давайте запишем геймплей. Отлично. Ваш сотрудник может сделать видео согласно вашим инструкциям, с вами управляя каждым шагом видео, как обычно. Или вы можете дать им возможность принимать собственные решения. Посмотрите, как они это делают самостоятельно. Так. Стандартное. Давайте видео высокой. Либо даже давайте 2К. Понижение. Так, отлично. Односторонний пусть будет. Это все хорошо. Дальше. Пусть запишет. Слушайте, как интересно. Вот сейчас игра... Почти 500 тысяч у нас уже подписчиков. Так, мы... У нас несколько новых карточек. Так, Дашуль. А что ты у нас делаешь? Ты у нас втыкаешь, типа? Что у нас, кстати... Смотрите, как я играю. Так, надо загрузить видео об игре. Угу. Может, нам... Подожди, а где я? Где мой перс? А, вот мой перс. Вы теряете подписчиков. Мы не можем сейчас початиться. К сожалению, у нас занят компьютер. Наш товарищ работает. Должен какие-то ролики сейчас выпустить. 450... О, смотрите, что-то он у нас сделал. Так, давайте-ка... А мы можем записать сейчас ролик? Консоли, заниматься шопингом. Выбрать игру. Давайте попробуем тоже что-нибудь записать. Давайте кооп попробуем. Надо попродавать старые игры, они уже никому не интересны. Вот, допустим... Подождите, нет. Выбрать игру. Хм. Так, ну вот что, допустим, давайте вот продадим... Что у нас неинтересно. В самом конце у нас есть всякие игрушки. Вот 16, да, продадим. У нас, кстати, денежки будут. Так. Что-то там еще было из таких совсем лажевых. 16. Давайте продавать. Выбрать игру. Я предлагаю, давайте еще один коопчик с этой мадам запишем. Кооператив. Но, кооператив. Хм, ладно. Запиши со мной кооператив, пожалуйста. Чудненько. Тот ролик им понравился, мы можем этот записать. Угу. Давайте только выберем стандартное. Это подходит. Двусторонний.
А, занято. А когда он освободит? Сколько ты работать будешь? Может, тебе помочь как-то? Смотреть профиль, улучшить. Ваш помощник сделал видео, теперь вы можете решить, загружать его или нет. Выберите его, чтобы видеть отметку и загрузить его. Ага, а как нам... Вот мы его выбрали. И что? Показать успешность видео. Вот. Это отметка видео вашего помощника. Теперь вы можете решить, загружать его или нет. Это его первое видео, поэтому попробуйте не сбить их. Помните, что вы всегда можете управлять всеми стадиями. Тра-та-та и позволите... Хорошо, ну давайте попробуем. Мне кажется... Помните, что вы всегда можете управлять всеми этапами работы сотрудника или просто выберите игру и конфигурацию. Присматривайтесь за ними, или они не будут работать вообще. Хорошо. Нет, спасибо. Так, давайте-ка все-таки моя мадам запишет кооперативчик с этой девушкой. Запишем сейчас кооперативчик, я думаю, и сделаем с вами перерывчик. Слушайте, а он неплохо-то записал. Схема готова? Нет, схема еще не готова. Давайте стандартная. Двусторонние. Это нам подходит. Поехали. С Обри роликом понравился. Ну, будем продвигать. Сколько у нас уже? У нас 2500 есть. Ребятки, так у нас неплохо так идут дела. Может, нашего товарища можно на обучение отправить? Так. Раз. Так, здесь у нас загрузка экрана с советами. Давайте не смешной комментарий. Уж так и будет. Не смешно, пошутим. Вы повысили свой уровень. Крик победы. Отлично. Время до начала игры. Серьезный комментарий. Дальше у нас что? Ну, счастливое выражение лица, когда мы преодолели тяжелый челлендж. Внутриигровое видео. Ну, вот этот вариант выходит. Дальше пошли. Вы нашли секретный элемент. Веселый комментарий. Ну, я бы, наверное, оставила веселый комментарий. Итоги игры. Ну, саркастичный давай. Саркастический. Так, вы нашли пасхалки. Профессиональный коммент, совет, конструктивный. Давайте профессиональный коммент. Типа, мы же уже про, у нас уже почти 500 тысяч. Вы собираетесь приостановить камеру, волнистое прощение. Знаете, волнистое прощение, как волнистый попугайчик. Может, реально до 500 тысяч дойдем в этой серии? Я боюсь, что не дойдем, хотя у нас уже 7 лямов просмотров. Слушайте, я как-то прям разыгралась. Давайте так возьмем. Я хочу сейчас сделать какой-то вот хороший ролик, чтобы он у нас получился реально... Тихо, стопочки. Так, нам верхние нужны, да? Смотрите, можно верхние. Ага. Пам-парам-парам-парам. А у нас нету, да, вот таких, такого варианта? У нас, получается, нижний только из этого идет. Так. У нас, получается, идеальный ролик у нас, друзья, уже не получится, видите? Хотя, что у нас самое низкое? Зелененький. Я предлагаю тогда, наверное, давайте вот этот возьмем. Давайте вот этот выкинем. А вот этот... А, ну разницы никакой, давайте тогда уже вот этот... Блин, да где этот 3-3? Этот возьмем. Ну, могло быть, наверное, гораздо хуже. Просто видите, у нас вот этот верхний. Я уже вижу, что у нас проблемы с нашим компьютером. Вроде же только новый купили. Так, контрастности. Вы теряете подписчиков. Как я успела терять подписчиков? Я же только ролики начала делать. Зеркально. Все? А, еще вот так можем. Поехали. Вау. Слушайте, вы знаете, когда разыгрываешься, игрушка становится гораздо более интересной. Честно говоря, я в прошлом ролике как-то приуныла, я уже думала, что заметит, что привет, я из компании. Да заменяй свою щечку, как хочешь. Так, починим. Починить нужно. Надо будет, кстати, заглянуть сейчас в магазин. Вставить отрывок из YouTube. Угу. По попе потом надают за этот отрывок. Надо будет нам с вами посмотреть, может, новый ПК можно купить. Так, мы ролик уже записали. Слушай, чувак, а ты что делаешь? Чем ты занят? Взаимодействие на видео. Обучаться. Кстати, давайте его обучаться отправим. 80-50. Обычная запись. Давайте вот 50 баксов я готова потратить. Пусть он у нас уже поучится тут. Так, а ты, родная моя?
Знаете, уже действительно такие стопроцентные симсы какие-то получаются. Так, с Зохером этим, с Захарием нашим мы пока не можем, да, взаимодействовать. И... А где наш... Вот он. Какие у нас вообще с ним взаимоотношения? Отношения. Ютубер. Прекрасно. Огонь. Типа заплатить ему, что ли? Я ему вручную должна платить? Так, я взломала ваш аккаунт в социальной сети, вы хотите восстановить? Хорошо, давайте. $100 заплатить. Продвигать. Будем продвигать. Так, ребятки, нам нужно... Давайте посмотрим, что у нас заниматься шопингом. Есть ли у нас какие-то новые предметы? Может, у нас какие-то новые консольки вышли? Хотя нас вроде никуда не приглашали. А, у нас Z-Box появился. 15, 17, ну как-то слабенько. Давайте лучше наш ПК улучшим. Так, процессор есть какой-то новый? 20 октября, смотрите, ему штуку надо. Можем новый, вот этот самый купить. Новый процессор. Программ никаких новых? Нет, программ нет. Наушники. Ну, наушники все те же. Микрофон мы уже купили. Вебка. Я не думаю, что нам вебка нужнее. Мне кажется, лучше ПК иметь хороший. Монитор. Сколько? Нифиг, вы посмотрите, какой крутой. Три Моника можно купить. В принципе, мы можем сейчас спокойно потратить штуку. И у нас еще останется 1500, как раз, чтобы все оплатить. Давайте попробуем, рискнем. А, правда, не штука, нет. Я думаю, что мы сейчас купим с вами компьютер. И нам бы с вами... Давайте початимся с Алондра, а то он у нас обидится. Так, чувак, ты что, уже все? Что ты мне скажешь? Прекратить взаимодействовать, разговаривать, посмотреть гайд. Ага. Ты мне нравишься? Алондра? Ты меня немножко пугаешь. Так, взаимодействовать, создать видео. Обучаться, прекратить взаимодействовать. Давайте пусть ролик у нас он создаст. Так, что бы я хотела, чтобы ты... Ну давай, продолжай вот это снимать. Прохождение запиши. Я думаю, что будет отличный вариант. Правда, нам еще новый ПК не приехал. А давайте подождем новый ПК. Мой перс пусть пока пойдет поспит. А, вот и наш новый ПК. Чудесно, смотрите-ка. Есть. Так, уважаемые. Создать видео. Вот, запишите, пожалуйста, быстрее. Прохождение запишите. Так, это есть. Прекрасно. Двусторонний, так, тебе односторонний нужен. Давайте вот такой ролик. Пусть будет. Все, продолжить. Пусть записывает прохождение, друзья. Початиться, да, только мы не можем сейчас початиться. Фух, ребятки, я думаю, что пора сделать перерывчик. Я как-то совсем заигрываюсь в эту игрушку. Я понимаю, что ролики, наверное, получаются очень длинные. Ну, прошу прощения, друзья. Как вы сами видите, что она начинает у нас идти новыми бурными потоками. Мы тут прям уже... Слушайте, у нас уже полляма. Я как-то завтыкала, у нас уже 500 тысяч. Ю-у-у, друзья, мы их зарабатывать стали хорошо. И канал так хорошо продвигаем. Я надеюсь, что вы поставите лайк этому ролику, что вам он был интересен. Ну и мне будет приятно знать, что вам он нравится, и я поскорее выпущу новый. Спасибо, что смотрели. Всем хорошего настроения, удачного дня. Пока-пока, ребята.